Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бич. Слайм скоро, ёпта. Чё, сучки, ёпта. Здорово всем. Рассказывайте, как жизнь идёт, молодая. Чем дышите, чем живёте. Чё нового? Скоро выйдет мой новый релиз «Слайм». Это самая охуенная музыка на планете Земля. Шучу, нет, на самом деле. На самом деле нет, но хорошая музыка, охуенная. Такая «Баунс, баунс, баунс, бич». Всем моим братьям салам, салам всем моим братьям. Дела отлично, как у вас, ребята. Как ваше ничего. Хочу есть, но, блядь, по вашим многочисленным просьбам так уж и быть прислушался и не буду пугать вас своим жующим ебальником. I'm ugly as hell. Да ладно, чё, все мы уроды. Некрасивые, как Земфира. Ставь лойс, если тоже кусаешь губу, блядь, от нервов. Ебать его в рот. Gang in this bitch, gang in this bitch. Took your chain in this bitch, chain in this bitch. Солнце светит нам. Всех вас покараем нахуй. Вопрос времени, когда вы нам все попадетесь, блядь, кто пиздит на нас. Жизнь сведет лицом, фейсом к лицу с вами. Обычно чуваки, которые пиздят на нас, они пиздят в интернете только. Не видел ни одного чувака, который на улице ко мне подошел и что-то сказал. Был один раз какой-то долбоеб, который подошел и пытался мне качнуть за то, что «Я роняю Запад» — это байт трека какого-то там, ну, этого, блядь. Лил Харди, или как-то там чувак-то этот был, которого Aflex Like Hulk Hogan. Не помню уже его никнейм. Но это на самом деле ржака. Потому что, блядь, я могу за многое читаться, чего я в своей жизни спиздил, избайтил. Но это был точно не тот случай, блядь. Это было реально просто, ну... Это было нихуя ничем не похоже, на самом деле, кроме бита. Ну, типа, бит я купил в лизинг, так что отъебитесь нахуй с этим делом. А он, не знаю, вообще покупал этот бит или нет. Это во-первых... Но, блядь, это было ржачно. Ну, как бы мы всем долбоебам все разъяснили быстро довольно-таки. А еще один раз какие-то малые подъебались, что-то на Цветном бульваре нас было трое. Их было человек 10. Ну, Цветное это, блядь, вообще гиблое место, нахуй. Там, блядь, столько пиздоты дохуя, блядь, всякой хуеты ходит. Ну, нормальные типы как бы есть, но и пиздоты всякой ходят, там выебываются, доебываются до людей. Сам когда-то таким был. Имею право так говорить, поэтому. Вот. Ну и как бы что-то они хотели, бля, но они были бухие. Такие типа на около футболе дохуя. Пиздюки. Ну школа, ёпта, вообще чисто. Школьники. Не в том плане, что школа ОКБ, блядь, нормальная, а в том плане, что ну типа просто карланы. Вот, ну и ничего, мы что-то с ними попуржили, они со мной, один там что-то сфоткался со мной, и нормально, все пошли своей дорогой, как бы, то есть ничего не ничем это не закончилось. И больше ничего не было, то есть, блядь, ни разу никто не подошел, не сказал мне ничего, никак меня не назвал, блядь, в жизни, и все такое, там, не доебался до меня. Были, может, чуваки какие-то, которые подходили, там, что-то, я уже не помню, говорили что-нибудь из разряда, там, знаешь, там, мне вот твоя музыка, там, не нравится, ну, и, блядь, как бы, в этом я ничего такого не вижу, уважительный тон, и это нормально, не нравится моя музыка, блядь, ну, типа, я говорю, не слушай, как бы, мне твоя тоже не нравится, ее у тебя вообще нет, ну, и это окей, как бы,
Это нормально, как бы. А так не было никакого человека вообще, чтобы он ко мне подошел, что-то мне предъявил и сказал. Поэтому, если я вдруг иду по улице, вы меня видите и что-то имеете против меня, не очкуйте, подойдите, и мы с вами пообщаемся. И думаю, быстро наше общение закончится, либо перерастет в что-то более яркое, чем общение. Вот. Gang in this bitch. Уфа, Иремель, Аврора, банда, мы не контрабанда, но готовы shooting pistols. И never broke again, bitch. Never broke again, никогда не будем больше бедными. Что за пиздота нахуй тут хуярит? Ладно, ты каша в тюрьме, да, free 6ix9ine, bitch. Сейчас какой-нибудь там перископ хуесосный канал зальет это видео. Из разряда фейс насчет 6ix9ine, там тайм-коды, вот это вот все. Я люблю ходить кругами, потому что... О, братан, здорово, Шуля, ёпта, гэнг-шит. Уфа, Киров, в натуре. Салют Шульке. Шулька, он... Шулька, она у нас хорошая, она у нас одна. Самый лучший, блядь. Дизайнер на постсоветском пространстве. Ты приедешь в Кедровку бухнуть? Конечно, бля, бро, конечно. Пиши адрес, нахуй. Выезжаю. Мне вот больше дел нет, в Кедровке бухнем. На вопрос, который я уже отвечал, я отвечать не буду. Зачем ты постригся, как тебе, кто ты там и все такое. Можем обсудить зарубежную музыкальную сцену, потому что на нашей музыкальной сцене последние... За эту неделю уж точно ничего особо не поменялось. Да и не особо мне интересно, на самом деле, вообще обсуждать чью-то музыку, кроме своей. Могу сказать, что, типа, релиз у меня получился такой, который понравится. Понравится, думаю, всем. И мне, и вам. Не скажу, что это хорошо, то, что он понравится людям. Но, в принципе, норм. Норм. Песни там, хиточки, бенгеры, кайф. Просто мясо. Пау. Slime, bitch. Вот так. That's how it goes. Что у вас с Лизером? Да у нас с Лизером ничего. Ничего, как бы. У меня ни с кем ничего нет, блядь. Ни дружбы. Не бифа. Ебал я все это в рот, все это хуйня. Батлов никаких у меня тоже не будет. Октагонов каких-то у меня тоже не будет. Мы пацаны с улиц, нахуй нам это все надо? Октагоны там, блядь, батлы, вот на это тратить время. Все решим на улице. Жизнь сведет со всеми. Драться никто не будет. Клипы будут. Клипы будут. Клипы будут. Потому что я сам соскучился по клипам. Когда я делал «Пути неисповедимы», мне не хотелось снимать клип. Я сперва хотел экранизировать «Салам», «Заточку» и этот «Мы вне закона». А потом я что-то передумал все это делать, потому что я как-то придерживался такой позиции на тот момент, что, блядь, все так делают, не хочу быть как все. Нахуй надо. И это на самом деле заебательская позиция. Вот, и типа все так двигаются и пытаются там, блядь, залить вам в уши санины таким образом, блядь, быть на слуху там, вот это все такое. А я не хочу так делать. Я хочу делать музыку и видео только если я реально этого хочу. Если я этого не хочу, то типа я не буду это делать. Вот. И тогда я не хотел снимать на самом деле клипы. В моей голове была мысль такая, что типа я сделаю клипы ради того, чтобы пиздец зашел релиз, да. Но... В конечном итоге я понял, что смысл этого релиза вообще не в том, чтобы он хайпанул, там зашел и вот это вот все. И поэтому мне как-то и клипы не хотелось типа делать, и если даже хотелось, то расхотелось, и я решил, нахуй надо. Дропни клип на Forever Young, блядь, и Red Rose песню еще сразу. Одним, блядь, этим зипом нахуй выпущу. Да, я
шляпаться. Это красиво. Геньшит. Геньшит, хуеньшит, блядь. Хуйня все это. О, бля. Тут... Кайф. Скоро едем в Питер с пацанами, так что все пидоры прячьтесь. Иначе нахуй вас сосать заставят. Какой твой альбом худший, по твоему мнению? Конечно же, блядь, самый первый, наверное. Давайте послушаем, что мы вообще имеем из альбомов. Так. Я считаю прибыль. Ну это пиздец, блядь, ну это было клёво. Ну типа, кто-то начал слушать мои песни за KFC на районе. Это пиздец, ну типа, Кефейпа послушал, решил тоже зафристайлить. Фри Баби Шмёрда, бич. Ну это пиздец, блядь, типа. Да, даже я сейчас-то петь не особо умею, а тогда вообще пиздец. Любимый трек «Глебас, ты спал». Охуенный трек на самом деле. Во, пиздатый трек «Мёртв». Сейчас дойдем до альбома. Прикольная тема. Вот это пиздец хуйня. Помню, лежал после операции, блядь, и вот эту хуйню выпустил. Такое говно, блядь, пиздец. Мой первый релиз, давайте послушаем. Ты видишь лишь то, что ты хочешь видеть, бой, бой. Говно, пиздец. Гоша Рубчинский, я как Гоша. Не буду нахуй петь эту песню после последних новостей про Гошу Рубчинского. Пиздатая песня, но можно было бы переписать лучше, если бы я ее сейчас писал. Хуйня какая-то. Вообще говно. Эти деньги, мы не, на самом деле, я все свои песни люблю, и типа все этапы творчества и все такое, но, блядь, это как-то хуй его знает. Ну, типа, конечно, если я сейчас это слушаю, мне это будет казаться говном, и, возможно, через 2-3 года то, что я выпущу сейчас и выпускаю, мне будет казаться говном. Ну, типа, нормально, тоже короче. Для людей я бог, но я даже их не слышу. Кошки на мне, что я должен с этим делать? Шалавы, продолжаю бегать. Бейс! Бля, охуенный трек на самом деле. Очень прикольная задумка. Именно с этого начался минималистик и трэп, хоть у каких-то артистов выходить, которые выше 10 тысяч паблики. На тот момент у меня, по-моему, косарь был вообще. Смешная песня. Говно, пиздец. Школьная хуйня. Вилон, второй релиз, да? Ну и так уже, он повыше уровнем, конечно. Наверное, чем «Проклятая печать». Вечно молодой, эй, forever young, эй. Повыше уровнем, наверное, но хуй узнает. Бля, заебался, пиздец. Многие люди говорят, типа, ебать, что-то он такой вообще скучный, вялый. Я что-то заебался, потому что я ебашу над слаймом, и мне надо доебашивать и поеду отдыхать. Ну
Вот и с этого трека началась хоть какая-то динамика того, что я буду делать качественную музыку какую-то. Он хотя бы сведен, блядь, человеком нахуй, который занимается сведением, а не мной самим, блядь, который просто хуй его знает, делал все тебя пляп, надо ебись. Говно. Вот с этого я начал свой автотюновый путь, блядь. Скажет, долбоеб по автотюне поет. И тогда тоже на самом деле было, но здесь не так много было. Потом от этого отталкиваясь, я уже ревенш писал, блядь. Kill. Не знаю, посмотрите на нее, она вот моихом пиздатый релиз, вот мне он нравится. Ну и типа April 8 реально охуенная песня, только вот опять-таки, если бы я писал сейчас, к примеру, для «Путей неисповедимых», это было бы охуенно. А тогда, ну типа, я там слушаю, сейчас мне смешно, как я там рычу. О, пизда, ты релиз. Вики, Баби, Плейбой, Банни, эти суки меня знают. Слова не помню вообще пол. Пиздата. Убрать Pokemon Go и заебись. Неплохая эпишка для того времени. Ну, тоже прикольный трек. Но это вообще охуенный трек. Гимн просто нахуй навечно. Это тоже такой миленький, миленькая песня. Бит прикольный. Ой, это у нас слизер. Это сука счастлива, что просто нас потрогать. У меня нет сердца, я без чувств, словно робот. Бит охуенный. Такой прикольный. Да, помню, плотно общались с закатом, слава богу, эти времена прошли. Не к тому, что, типа, они какие-то школьники уебаны, хотя там и такие есть, типа, а к тому, что просто это было какое-то странное общение, все друг с другом ругались и все такое. Не думай, ты точно проиграешь. Вот первый мой нормальный релиз. От Гуччи на ногах, облака Шанель в ее волосах. Вот это был первый релиз, которым я был, блять, ебаный в рот. Это был первый релиз, которым я был более или менее доволен на самом деле. И, блять, тебя так охуенно здесь батил Трэвис Скотта, никто не оценил, блять. Потом был релиз, с которого я поехал в свой первый тур и понял, что у меня какая-то лояльная фан-база появляется, и типа, которая любит меня за то, что я — это я. Бежно. Это вот этот релиз. Жизнь — это душа. Она звучит сейчас уже для меня, спустя полтора года, чуть-чуть по-школьному, потому что у меня год за два, как говорит мой брат, или за три даже, быстро очень расту. Но, блядь... Вот этот пиздат трек. Ну это просто Андрей Губин. Заебался с бабой нахуй спорить, которая поет вот эту вот хуйню. Она, короче, блядь, хочет 50% с этого трека, ну и правильно, потому что битмейкер уебок и продавал как бы без ее ведома, блядь, бит. И мы сейчас с ней до сих пор все ведем переговоры, из-за этого трека нигде на площадках нет, но я надеюсь, в скором времени это исправится, блядь, заебалась ему уже эта хуйня. Мясо. Ну ничего так.
хорошая песня. Хуйня. Хуйня. Ну ничего так. Неплохо. Неплохо. Смешно. Странно. Хорошо. Душевно. На самом деле идеальный подростковый альбом. Только сейчас ты понимаю. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жжет мой хуй, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жжет мой хуй, как будто это бургер. Охуенный трек. Мне он пиздец как нравится. Переворот пизды просто. Тоже охуенный трек. Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже смерти моей. Куда? Не люблю песни и песни. Fuck you, bitch. Заебатьский трек тоже. Душевно, понимаете, душевно. Дождь хуярит, там вот это. Я помню, в том туре я выходил прям, когда на сцену там люди стояли, и вот они, блядь, я начинал с этого свой концерт, и это было пиздато. Душевно прям, вот душа, шаришь. Дым сигарет, снова иду и ложусь на кровать, где тебя нет, где тебя нет, где тебя нет, где тебя нет. Хорошая песня. Но это вообще пиздец мясо. Мясо. Вот это вообще такая, ну, мне не нравится сейчас. Неплохая такая, средненькая. Вот это мясо. Под автомат, будто на парад. Выстрелы согреют головы твои фасад. Эй. Ничего так. Лучше, чем номер три, но тоже не особо. Но это душевно, это такая прям первая полноценная песня, которую я посвятил своей любимой даме. Но я сейчас все-таки получше пою, конечно. Тоже охуенный трек для депрессивных. Но это типа как, я не знаю, это повыше уровнем, чем Hate Love по вообще всей хуйне, но примерно это, ну типа... Суть такая, что это просто укороченная версия Hate Love, такая тоже хуйня для подростков, для молодежи. Сиди меня по виду и моим. Ну уже хули. За Армению, да? Жак. Ну, это такая вторая песня, хорошая. Улетели, ебаный в рот, блядь, на Пхукет, нахуй. Не думал я, что там, блядь, Россия, нахуй, сплошная опять будет. Ну, типа, это заебись, Россия классная страна, люблю ее, но, блядь, вот дозировано очень. Так... Мне предлагали деньги, они были в нашей крови. Чтоб рекламировать всех тех, кто нас не утопил. Но согласился я, клянусь, что не подам им руки. И все артисты делятся на я и корпоратив. А? Я ворованный воздух. Я ворованный воздух. Я ворованный... Мясо, ебаный в рот, ну типа это мясо. Лучший мой альбом в плане сведения и в плане лирическом. И написан так, как должен быть написан. Мне похуй, кто что говорит из разряда. С музыкальной точки зрения это не очень подано. Никто это не слушает, никто это не будет слушать. Ну, типа, это не слушают секухи, блядь, и школьницы. Да и мне похуй, типа. Пусть это слушают мужики 50-летние, там, у себя в тачках или еще кто. Но я знаю свои цифры стриминга, пацаны. И поэтому давайте не будем говорить о том, что
мой альбом никто не слушает. Типа, я знаю, что мой альбом заебись слушают, я вижу это в цифрах на своем балансе, вижу это в отзывах среди народа. Если то, что я делал до этого альбома, это было просто как бы, блядь, песнями на определенную аудиторию, которые попадали. Хотя я никогда не пытался залететь в определенную аудиторию, кроме случая, когда я писал песню Гоши Рубчинский, может быть, да? Вот. Я как бы нихуя не скрываю своей жизни. О, и, блядь, этим альбомом я заявил просто о себе на всю страну. Я открылся тем людям, которым я был неинтересен, и стал им интересен. И на самом деле мне похуй, кому я интересен и кому я не интересен. Я интересен сам себе, я делаю это для себя в первую очередь, а потом уже для кого-то другого. Поэтому, как бы, ну, в любом случае говорить о том, что, типа, этот альбом какой-то не такой с точки зрения музыкальности, этот альбом, ну, типа, не про, блядь, песни «Бэйби» или, я не знаю, про стадионные концерты. Это альбом про то, чтобы снять камень с души и сказать людям молодым, о которых, так скажем, поется в этих треках, что они не одни. Вот, чтобы они чувствовали то, что они не одни. Но если это пришлось по душе 50-летним мужикам, и они увидели в этом свою молодость, то отлично, что... Я как бы люблю всех своих слушателей, всех, кто меня поддерживает. До той поры, пока они меня тоже любят. И все, больше нечего сказать. Слушаем дальше. Заебись. Эти люди муляжи, голова у них нет, а на стене мои мозги, и здесь жить. Найдрайдер, салута, они убьют тебя, любя, чтоб понять, как жизни все, и хватило букваря. Джокер в рукаве, так что нахуй короля. Пуля в голове делит мозг по дробям. Я стреляю прямо, ты не дам бы распишись себя. Я лицо и волос по колени. Пацанам фалам, все вокруг харам, всем своим пацанам салам. Нахуй полицию, РУВД. В плане реальности, составляющей именно того, как это все на самом деле подано, в какой форме и максимальной какой-то понятности и простоты, если вы знаете альбом на социальную тему в жанре хип-хоп лучше, чем этот, то окей, покажите мне, скажите, но лично я не слышал. Я видел более, слышал более изъебанные альбомы, но в плане того, чтобы это еще было связано с простотой, как делают это рэперы, блядь, русские, нахуй, в падиках. Это тоже русский рэпер, ну, типа, я ничего не скрываю и не отрицаю, но, блядь, нет вкуса у людей, нет стиля, нет понимания, как сделать правильную форму того, о чем они говорят. В этом их, как бы, ну, проблема. Ну, у кого-то просто есть талант, у кого-то нет, у кого-то лучше гены, у кого-то хуже, у кого-то определенные гены застроены, подстроены, блядь, под музыку, у кого-то под рисование, у кого-то под... И то это все, типа, на самом деле неплохо. И главное, как бы, блядь, чтобы ты был счастлив от того, чем ты занимаешься, чувак. Или чувиха. Симпатизируй мне, некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне, некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне, некрасивый, как Земфира, не симпатизируй. На самом деле я пизжу, конечно же, я красивый мужик. Это, блядь, всем понятно.